За церковним статутом ім'я дитині потрібно було давати на 8-й день після її народження. Проте церква ніколи суворо не дотримувалася цього правила. Траплялося, ім'я обиралося і до пологів, і в день самих пологів. Про те, хто такі ангели та що ж таке День ангела, далі у нашій програмі. Церковь Христова з'єднує земною і небесною. Ми знаємо, що у кожного людини є душа. При крещении в православной церкви человеку дается ангел-хранитель, который его охраняет на всех его жизненных пути. В дальнейшем же человек сам выбирает свой путь, к чему прилепиться, к доброму или к злому. Если же он выбирает угодное Богу, то его жизнь будет сложной, пусть тернистым, но он унаследует венец в Церкви Христовой, в Небесном Царстве Божьем. Такие люди становятся святыми, и мы им молимся, особо почитаем. Каждый день Святая Церковь чтит память какого-нибудь святого, угодившего Богу, будь ли то мученик или исповедник, или проповедник веры Христовой. Право наречення новородженого ім'ям зазвичай надавалося священникові. Він обирав ім'я по святцях відповідно до вшанування того або іншого православного святого. От недавнього времени вся життя чоловіка зав'язувалася на церкві. Чоловік, рождаясь, получав крещення в церкві, миропомазання. Здесь он перший раз исповедовался, перший раз приймав таинство причастия. В церкви же он венчался, и церковь провожала его в последний его жизненный путь, отпевая для Царства Небесного. Поэтому и особое отношение было к священнику. Ему давалось особое право на наречение имени младенцу. Ему доверяли, и он нарекал имя по святкам, выбирая подходящее имя для рожденного ребенка либо на 8-й день, либо в честь особо почитаемых святых. Нарікаючи немовля ім'ям, священник підносив дитину до ікони Божої Матері і хрестоподібно піднімав її перед іконою, ніби віряючи нового християнина її заступництву. Ім'я, дане дитині на честь будь-якого святого, називається ангельським, а сам святий вважається ангелом-охоронцем людини, її небесним заступником. Святая Церковь учит, что человеку даются два ангела-хранителя. Первый ангел-хранителем дается человеку после крещения, а второй ангел-хранитель – это тот святой, имя которого человек носит, в честь которого он назван. Само название «ангел» переводится как «вестник», то есть ангел возвещает человеку о Боге, помогает человеку проходить его жизненный путь, направляя его и давая ему силы для борьбы со грехом. Мы знаем, что бывают добрые ангелы, бывают злые. Злые – это те, которые отпали от Господа Бога и называются бесами. Они хотят погибели каждого человека. Ангелы же, хранители, борются с падшими духами, не давая человеку впадать в грехи и защищая его от падших духов. Ангел-охоронець знаходиться при дорученому йому Богом християнинові протягом всього його земного життя. Ангела шанували і молилися йому, просячи про заступництво. Православний християнин повинен знати житіє святого, на честь якого він був названий, і слідувати праведному життю цього святого. Давай ім'я ребенку, ми як би підготовлюємо його к дальнейшей жизни. Ведь ім'я святого, которого он будет носить, дает ему право молиться этому святому, просить у него особого небесного заступничества. И этот святой становится его особым покровителем. Молитвы к этому святому особо слышны, и он чаще всего помогает и реагирует на молитвы и просьбы. В дальнейшем же мы знаем и о духовном покровительстве после смерти, когда святые помогали проходить мытарство умершим. Каждый православный христианин должен знать житие святого, имя которого он носит. Знание жития позволит ему молиться своему святому осознанно. Ведь мы знаем, что если святой при жизни был, например, монахом,
то вел аскетический образ жизни, значит, постился, боролся со страстями. И если мы будем молиться и просить Его о том, чтобы Он помог даровать нам терпение, помог проходить пост, то Его молитвы будут услышаны, и нам легче все это будет исполнять. Также, если святой был хорошим проповедником веры Христовой, обладал даром слова, то и мы можем молиться и просить, чтобы и он нам также даровал этот добрый талант. Если же был мучеником и потерпел мученическую кончину, мы можем также ему молиться, чтобы и он даровал нам силы стоять за веру Христову, быть непоколебимым в вере и не отступать от заповедей Божьих. В радянські часи, коли церква була відокремлена від держави, дозволялося вибирати ім'я і самим батькам. Действительно, существует множество имен нехристианских, особенно в советское время, когда назвали в честь советских праздников, там, Октябрина или техники, там, Тракторина. Вот, людям с такими именами нельзя участвовать в церковных таинствах. Но существует выход, это чин наречения имени. Имя нарекают либо созвучное с тем, которое человек уже носит, либо выбирают по святкам, отталкиваясь от дня рождения самого человека или от его предпочтения в выборе святого, допустим, святого, которого он особо почитает. И после этого совершается краткий чин, и человек уже может участвовать в церковных таинствах, при этом называя свое то имя, которое получил при наречении. Когда же ребенок рождается, то на восьмой день после его рождения ему нарекают имя. Это имя, выбор имени сопряжен с выбором самих родителей. Они, может быть, имеют какое-то желание назвать свое имя своего ребенка в честь какого-то святого, особо ими почитаемого. Или если хотят, обращаются к священнику, который выбирает имя по церковному календарю. Можно также назвать ребенка в честь какого-то святого, пусть он и будет далеко в календаре находиться от дня рождения, но будет особо ему подходить как небесный покровитель или как тот молитвенник, который будет молиться за новорожденного. У багатьох народів існувала віра в магічний зв'язок людини з його ім'ям. Щоб вибрати щасливе ім'я, батьки ворожили, дізнавалися ім'я у вісні або окликали дитину. На яке ім'я вона відгукнеться, таке й давали. Існувала думка, що за допомогою імені на новонародженого можна перенести позитивні риси інших людей. Тому дітям нерідко давали імена померлих родичів. В деяких сім'ях донині з покоління в покоління передається звичай називати хлопчиків на честь дідусів з боку батька, а дівчаток на честь бабусь з боку матері. К выбору наречения имени ребенка нужно подходить ответственно. Мы знаем большое количество суеверий, связанных с этим. Например, давать имя ребенку в честь какого-то известного родственника, считая о том, что его или, там, или удача, или какое-то расположение к нему людей перейдут на новорожденного. Святая же Церковь учит о том, что отпечаток на ребенка налагается именно жизни того святого, в честь которого он назван. И ребенок будет частично соответствовать своему святому. А если будет ему молиться, то будет получать от него особое покровительство и особая благодать будет с этим ребенком. И знаем также, что ангел-хранитель, который дается человеку при крещении и который находится с ним от дня крещения этого ребенка до смерти, то он, этот ангел-хранитель остается с ним и до 40-го дня, помогая в мытарствах, сопутствуя ему в предстоянии перед Господом. И также ожидает и решения о новопредставленной душе во время второго пришествия, во время страшного суда. И там либо радуется о приобретении этой души Царства Небесного, либо уже печалится о том, что душа отпала от Бога и не смогла войти в Царство Небесное.
Як відомо, люди бувають різні. Хтось вірить в ангелів, хтось ні. Проте ангел-охоронець все одно любить свого обранця, намагаючись допомагати йому в усьому. Невіруючі люди допомогу ангела-хранителя називають таким словом інтуїція. Все же православные верующие знают о том, что все происходящее в их жизни, которое сложно как-то описать каким-то рациональным мышлением, все это напрямую связано с помощью, которую оказывает им ангел-хранитель. Будь ли то удержание от какого-то вредоносного поступка для этого человека или даже спасение жизни. Мы знаем много таких случаев, когда как будто что-то удерживало человека, например, там, перейти дорогу, когда несся автомобиль, и который точно его бы сбил, или от совершения каких-то таких действий, которые могли бы навредить не только ему, но и окружающим. И вот именно в таких случаях помощь ангела-хранителя, она особо видна, и за это его нужно особенно благодарить и быть благодарным за его помощь. Православна церква стверджує, що дуже легко поспілкуватися зі своїм ангелом, і найпростіший спосіб спілкування з вищими духовними силами є молитва. Молитися потрібно в усамітненні, вкладаючи в свої слова душу, почуття, говорити щиро і з добрими помислами. Господь наш Ісус Христос говорить, що не обіжайте ні одного із малих сих, ангели, которых на небесі видять лице Отца Моего Небесного. Мы знаем, что ангел-хранитель, когда человек впадает в какой-либо грех, он очень расстраивается, он плачет, и он понимает, чего лишается человек, а лишается он любви Божией. Будем же мы молиться ангелу-хранителю, прибегая к нему в своих утренних и вечерних правилах, молясь и прося его помощи, ведь он действительно помогает каждому человеку проживать этот сложный жизненный путь. Он является активним учасником в ділі нашого спасіння. Ангел-охоронець завжди поруч, і він здатний почути слова того, хто до нього звертається. Людина може вивчити молитву, а може своїми словами попрохати або подякувати. Ангел все одно почує. Головне, щоб молитва йшла від щирого серця. Православний календар з 12 по 19 червня. За церковним календарем у суботу 12 червня згадують діяння преподобного Ісакія Сповідника, ігумена обителі Далмацької та священомученика Василія Пресвітера. 13 червня – неділя 7 після Пасхи, святителів отців Першого Вселенського собору. Свята церква вшановує апостола від 70 Єрма, день Луганської ікони Божої Матері. У понеділок 14 червня починається седмиця 7 після Пасхи. Згадують діяння преподобного Агапіта Печерського, лікаря в ближніх печерах. Прославлення праведного Іоанна Кронштадтського. У вівторок 15 червня церква вшановує великомученика Іоанна Нового Сочавського, свято Києво-Братської ікони Божої Матері. 16 червня Свята Православна Церква відзначає свято пам'яті мучеників Лукіліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мучениці Павли Діви. 17 червня у четвер церква згадує діяння святого Митрофана, патріарха Константинопольського, свято Вілійської ікони Божої Матері Знамення. 18 червня у п'ятницю віддання свята Вознесіння Господнього, день Ігорівської ікони Божої Матері. У суботу 19 червня Троїцька батьківська субота. В цей день звершується поминання спочилих.